Представляете, я впервые это все время Джами проходила, это Осман-Бей район. Впервые я сюда зашла. Кемаль пошел намаз делать. Ага, сейчас тебе. Говорит, на тебе деньги, иди сама кушай. Потому что я что, умираю с голода, что ли? Смотрите, какой красивый джами. Боюсь, чтобы на меня не накричали. Я всегда хотела сюда зайти всю жизнь. Да, мои друзья? И буду ждать Кемаля. Видите, мои хорошие? У меня получилось. Я Кемалю сказала, ты должен молиться. Иди молись, а я зайду хотя бы здесь во двор. Смотрите, как у них везде все чисто, аккуратно, красиво. И женщины, и мужчины есть, но мужчин очень много, женщин меньше. И маленький ребеночек. Вот мы вечерами прогуливаемся, мои друзья. Смотрите, какое у нас движение. Конечно, это уже поздно ночью. Ну, где-то около 10 вечера, да, в кафешках, смотрите, обратите внимание, какая чистота. Людей очень мало, но очень чисто. Это мне нравится. Очень мало. Это обычные кафешки возле дороги. Здесь движение, дома. Вечерами люблю прогуливаться по вечерним Стамбулам. Красивой. Смотрите, у нас сегодня выпал дождик. Кто-то раздетый, но я не скажу, что холодно, но вечер немножко прохладно. Неде. Знаете, многие меня спрашивают про маски. Мои друзья, как здесь не быть в масках? Здесь, смотрите, толпа народа, мои друзья, и иногда пройти нереально. Как можно здесь? Мы пришли кушать, да, малого привели сына, где он вот там на кассе стоит, самый младший сын. Привели покушать, потом сами пойдем куда-нибудь, как делает этот донер. И куриные, и говяжьи здесь, здесь полно столов. Это наша улочка, видите? Вот ее. Спортивный костюм оделся, потому что? Хочу. Куда? Барабер? Тамам. Сенней, соль. Идем сюда кушать супчик. Смотрите, мы пришли в столовую нашу, кафе, не знаю. Короче, я себе... Я себе заказала суп, как обычно. Вот этот свеклый салатик. Я на хлеб мажу, там черный снизу есть. А он себе заказал тоже такое и все равно мясо. Хоть говорит, что без мяса ему плохо. Будь добра. У нас, мои друзья, начался дождь, и мы забежали в какое-то кафе. Этот бубнит, что говорит, позор, в какое кафе ты меня завела. Какая разница? Я говорю, зато дождик. Хоть зонтик у меня есть, видите? Ну, как мне показать? Вот смотрите, там магазин какой-то. А что делать? Мы прошлись, и дождь начался. Посидим, пока эта дождь перейдет. Пройдет. Вот сзади меня, смотрите. Большие кафе, ну и что? Зато стулья, смотрите, какие мягкие. Как у моей бабушки. Знаете, что я заметила? Ну, какая разница, что, ну, такой вид, да? Смотрите, какие стулья, стены не очень, да? Но зато, я не знаю, чисто это главное. Этот бубнит, что ему не нравится. Да, меня затянуло. Я хоть куда зайду? Я простой человек, знаете, раньше он не ходил в такие заведения, он на меня так ругался. А мне-то что? Я, главное, чтобы чисто было. Вот это для меня главное. Что, один чай попить, от дождя спрятать? Мы покушали, вышли прогуляться. Здесь солидные тоже люди есть. Ну, как бы, что не страшно. Он говорит, что здесь какой-то в угле, что может быть страшно. Знаете, что я вам хочу сказать? Сейчас пройдусь и покажу вам. Смотрите, вот Кемаль... парикмахерская. Кемаль говорит мне, что куда ты пошла, я иду. А что, говорю, мне здесь делать?
И что мне нравится в Турции, что даже такое кафе, да, что-то здесь продают, ну, для телефонов. Смотрите, выходишь на другую улочку, с той зашли стороны, посмотрим. А, о боже, я даже не знала, смотрите, все продают. Знаете, что хочу сказать, мои друзья? Даже этот чай вы пьете и не опасно, потому что они пьют чай, ничего не будет. Они не дерутся, драки не делают. А если вы будете, допустим, в наших кафе, в таких забегаловках, я немножко опасалась заходить. Почему? Потому что у нас в дешевых кафе нас распивают алкоголь. И может быть, допустим, это самое, может быть, драка. Потому что вот, он убежал, он даже боится зайти. А я себе хожу, видите? А я себе хожу, он боится даже зайти. Ну как так можно? Вот смотрите. Ну и что? Где он? Уже убежал. Вот мы пришли на мандарины. Почем у нас мандарины? Когда? 6 лир. 6 лир. Знаете, что хочу сказать? Я уже начала кушать мандарины, представляете? И кушаю этот виноград. Он очень мягкий и черный кушаю. Смотрите, какой он крупный. Видите, этот дамские пальчики, он мелкий, но он кислый. Этот зеленый хороший. Уже апельсин у нас есть. Короче, я просто очень мало что-то начала кушать. А не знаю, у меня кислотность какая-то или что, мои хорошие. Ну, это мы перед домом пришли. А мне на эти фрукты. А Кемаль только апельсины. Ну, он кушает и персики, и яблоки у нас дома есть. Он всегда покупает. Подожди, я тебе помогу. Сейчас покажу вам, почем у нас эти огурцы. Он любит такие огурцы. 7 лир, мои друзья. Он тоненькие, очень любит. Помидоры вот эти он покупает мелкие. Я не знаю, почему он их любит. Я люблю мясистые вот эти. Видите, сколько винограда набрали. Взяли мне яблоко зеленое, а желтое я очень люблю. Что? Бурда? А шарда? Кемаль? Видите, есть огурцы эти крупные. Я не знаю, они их не любят. А почем они? Килограмм. Вижу. Бляха, все отрывается. Не могу открыть, потому что у меня это занятая рука. А, вот да. Короче, все есть, мои хорошие. Кто любит хорошо покушать, есть финансовая возможность. В Турции всегда все свежее, мои друзья. Здесь вида зелени всегда хорошие.